такая белочка, а? Копия ушастика пришла, которая гоняет всех здесь. Которая живет у него в квартире. На мехах лежит его. И которая, может быть, даже бельчата от него. Много копий сейчас будет. Да? Злодейка. Злая копия какая, а? Снегопад на улице. И это весна называется, а? Жесть какая. Все завалило снегом. Злая копия ушастика не хочет садиться на ладонь вообще никак. Я, говорит, не такая. Иди сюда, злая копия. Злая, потому что гоняет всех. И ушастика, и длинноухого. И ворона вон тех, он тоже. Не доверяет она мне еще. Я, говорит, вас не знаю. И гладиться не дает он, злодейка. Ну хотя бы лапу ставит. Копия. Давно не видел балерину. А вот это, наверное, всех нам прогнало отсюда. И балерину тоже. И ушастика, вы здесь не нужны. И вообще всех. И того самого бельчонка давно не вижу. Новый лидер. Все на нервах. Она лапу ставит. Чувствую, что тяжелая белка. Даже если не садится. Ворон там пытается орех взломать. Кстати, у них получается это делать. Пробивает дырочку в нем. Не поленилась спуститься за орешком. Копия все, орешки не ест. Копия, где ушастик? Где ушастик? Злодейская копия. Орешку, что ли, дать ей? Грецкий.